Так, всем привет. Привезли очередную партию автомобилей, которые были куплены на разных аукционах Америки. Значит, это у нас Audi A3, седанчик вот такой вот. 2019 года выпуска. Это у нас Volkswagen Jetta, тоже 2020 года выпуска. Такая вот хорошая достаточно комплектация, жирной, с панорамной крышей. Вот. Автомобиль у нас получил по передней части подвески повреждения. Безопасность целая. Абсолютно целая безопасность. Будут меняться рычаги и, собственно говоря, ставится на ход. Audi A3. Мы наблюдаем повреждение переднего правого части кузова. Автомобиль заказан. Заказ. Ну, собственно говоря, отправим на автовоз клиента. Следующий автомобиль — это такая BMW. Двоечка. Купе. Кабриолет. Такой вот у нас. Аппарат. Забили, у нас растаможен. Вот. Будем выкатываться. Ну и такая очередная Honda CR-V. CR-V — это у нас вообще писк моды последние 2 года. Очень много их было навезено. Вот. В таком интересном цвете, редком крайне. Автомобиль у нас целый. Можно купить аккумулятор, поставить. А так в целом заводится на ходу. Комплектации EXL. Вот. И салон целенький. Так что, если кто-то хочет себе подобный автомобиль, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь, с радостью вам поможем. Всем спасибо, всем пока.